Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот и подходит к концу сезон 2022 года. Хочу напомнить, что сентябрь выдался довольно прохладным, как первая, так и вторая декада. И тем самым это повлияло на неравномерное созревание подсолнечника. Для ускорения дозревания подсолнечника и облегчения обмолота мы пришли к такому решению, чтобы провести на данном поле диссекацию. В качестве диссеканта мы применяли препарат «Суховей», действующее вещество «Декват 150 грамм на литр». Дозировка данного препарата составляла 2 литра на 1 гектар. Также вместе с препаратом «Суховей» мы применяли поверхностно-активные вещества «Адью» дозировки 0,1 грамм. Расход рабочей жидкости составлял 100 литров на гектар. Погода была теплой, составляла 15 градусов Цельсия. 1 октября мы провели химическую обработку препаратом «Суховей». И спустя уже 10 дней мы приступили к обмолоту прямого комбинирования подсолнечника. Действие препарата «Суховей» показывает высокую эффективность. Как мы видим, фаза развития подсолнечника – отмирание. Здесь уже листья практически сухую, уже даже в руках рассыпается. А сама корзинка высушена. Можем видеть, что диаметр корзинки весь выполнен. Семечки полноценные, пустотелых не наблюдается. В среднем диаметр корзинки подсолнечника составляет от 15 до 25 сантиметров. Влажность варьируется от 13 до 14%. Хочу отметить эффективность действия гербицидов, которые мы применяли в этом сезоне на подсолнечнике. Мы применяли гербицид «Мортира» действующим веществом трибинорон-метил 750 грамм на литр против двудольных сорняков. И также против злаков мы применяли гербицид «Граминион» дозировки 0,8 литров на гектар. Можем уже уверенно сказать, что гербициды с поставленной задачей справились на отлично, потому что на сегодняшний день мы видим, что междурядия подсолнечника до сих пор остаются чистыми. Молодые семечки подсолнечника хорошо выполнены. Это говорит о том, что после опыления рост и налив плодов развивался беспрепятственно. То есть все наши мероприятия по возделыванию и защите подсолнечника подобраны максимально правильно. В заключительной серии репортажа мы хотим подвести итог, что урожайность на данном демонстрационном поле составила 22 центнера с гектара. Это очень хороший результат. На данном поле мы продемонстрировали все препараты, которые применялись с линейки компании «Август». Дорогие друзья, спасибо, что вы оставались с нами, следили за нашими новостями. До следующего сезона, до скорых встреч. С нами расти легче.